Начиная с 11 июня мы внедрим меры, направленные на усиление безопасности в отношении ряда китайских заявителей на визу. Хотя подавляющее большинство виз, выданных китайским гражданам, выданы на максимальный срок действия, сотрудники консульской службы могут ограничивать срок визы в конкретных случаях в соответствии с обстоятельствами для каждой ситуации, сказал представитель Госдепа. По словам собеседника агентства, это делается в рамках реализации стратегии национальной безопасности и направлено на то, чтобы предотвратить передачу интеллектуальной собственности конкурентам. Он отметил, что процедура выдачи виз не изменилась. В середине мая в Вашингтоне прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. В частности, стороны зафиксировали, что придают первостепенное значение защите интеллектуальной собственности, и договорились укреплять сотрудничество в этой сфере. Китай обязался продвигать соответствующие поправки к своим законам и правилам в этой области, включая патентный закон.